Привет. Ну вот, вернем еще наши земли. Зачем вам вообще эти земли нужно было? Вы что, там что-то построили? Что-нибудь сделали? Я там была и ничего там не увидела вообще. А наоборот, все, что было, было разрушено. 30 лет. Люди, это немало. Хоть одну дерево посадили бы. Там только лишь одни мини. Мини. Больше ничего там нету. Как будто это город ловушки. Зачем вам? Вам это не нужно. Забудьте об этом. Международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, это все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской республики. Я уже сказал, что никто, даже Армения, не признала независимость Карабаха. Что это означает с точки зрения международного права, что Азербайджан возвращал территории, которые он считал Азербайджан, ну и все мировое сообщество считало азербайджанской территорией. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.